Сегодня снимаю видео. Это цветы, посвященные дню рождения от Кристи. Такой красивый букетик. Желто-блакитный. А тут куча надписей висит. Да. Подожди, муж хочет прочитать. Она подойди сюда. Феноменальная. Феноменальная. Самая красивая. Жемчужина, ягод. Найбільш гарніша. Боже. Найгарніша. Найгарніша. От, небесна. Орешок. Слухши батьки, саме крутка, апетитна, красотка. Ідеал, шоколадка, зірка. You are beautiful. Мрія, ошеломляюча. Ти прекрасна. І краще за Флоридський океан. Малютка, сладка. Що таке ще? Wonderful. Beautiful. Нет, wonderful. А тут beautiful еще было где-то делать. Вот тут, наверное, там лежит beautiful. А я же говорю beautiful. Beautiful. Есть еще wonderful. Какой тебе комплимент больше всего понравился? На меня похожий. Малютка. Вот ржешь. Что, я не малютка? Малютка, малютка. Окей. Стебешь меня, да? Нет, я тебя люблю. А мне понравилось орешек. 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 Вот этот орешек. Тебе надо фильм снимать. И еще крепкий орешек. Феноменальная наигарниша Божья. Вот тоже вообще красотень. Так что будем снимать фильм «Крепкий орешек 6». Смотрите в кинотеатрах. Катерина, крепкий орешек. Ладно, пойду цветы снимать.